дышать в индийской столице Дели опасно для здоровья. Город накрыл густой смог. Концентрация частиц диаметром менее 10 микрон достигла 824 микрограммов на кубический метр. Всемирная организация здравоохранения безопасным для здоровья считает показатель в 60 микрограммов, то есть в 14 раз меньше. Частицы PM10 могут вызвать аллергию, кашель, бронхит, инфекции дыхательных путей, болезни сердца, а также необратимое повреждение легких. Помимо того, что неприятно дышать, затрудненная видимость. Туристы не могут разглядеть достопримечательности. Я впервые в таком загрязненном месте. По-моему, это очень сказывается на красоте города, потому что не разглядеть даже президентского дворца с другой стороны ворот Индии. Вижу, что загрязнение воздуха очень сильное. На самом деле в Китае то же самое, только зимой. Я и не ожидал, что так может быть летом. По словам метеорологов, сильный ветер приносит пыль из соседних штатов, а дождей, которые могли бы ее прибить, просто нет. Ветер дует из штата Раджастхан. Здесь у нас пыль. В последние дни было мало дождей. Сильный ветер приносит пыль из Раджастхана в Дели. В этом году качество воздуха в Индии еще хуже, чем обычно, из-за сильных песчаных бурь. Согласно опубликованному 3 года назад исследованию американских ученых в этой азиатской стране, из-за загрязнения воздуха ежегодно умирает около 1 100 000 человек. Это примерно четверть общемирового показателя.